Вот же, да? А вот, кафе «Бегемот», да? Опа, итак, друзья, кто бы там ни был, мы сейчас заходим туда. Подождите. Вот это маленькое, да? Да, вот это оно. Мне кажется, это оно, погнали. Здравствуйте. 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 Ты смотришь игры реальности? Да, серьезно? Да. Обалдеть. Круто. Это очень круто. Привет. Здравствуйте. Я Юрец. Здравствуйте. Ира. Да. Круто. Привет, я Катерина. Ира. Как вас зовут? Андрей, очень приятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Игры реальности. Привет. Шоу такое есть, может там... Ну, у вас красивые погоницы такие. Да, вот очень. Оказалось, что... Хорошее шоу. Хорошее. Вы можете нам задания давать разные, мы будем их выполнять. А сейчас у нас задание устроиться на работу. Не знаю, начальство какое-то, возможно, задание для вас уже есть. Так, я знаете, что увидел? Вы простите, что я вас перебиваю. У вас есть гитара. Я могу что-нибудь спеть. Он с Вась рэп читать научился. Значит, ребят, самый аккуратный берет швабру. Так, так. И аккуратненько, стараясь много воды не наливать, да, протирает полы. Да, это так. Его. Значит, самый морозоустойчивый. Погодите, пальцами раскидываться. Берет ведрышко с тряпочкой, еще одну тряпочку выдам. У нас есть 3 черные доски на улице. Так. Нужно их отмыть. Не вопрос. Не вопрос. Пожалуйста. Да. Самый неадекватный. Вот. Это я. Начинается звать сюда людей. Как только полы будут там. Понятно. Отлично. То есть сейчас... Как раз, да. Сейчас мы официально работаем. Устроены на работу. Да, да. Да! Ура! Мы на работу устроены, понимаете? Да. Не суетимся. Не суетимся. Так. Мы устроились на работу. Да. А можно гитару взять же? Можно же взять гитару? Да, все, я беру эту. Я с ней как с девушкой. Это окошко. Ой, Катерина, вы посмотрите, что происходит. Девушка, у которой был бизнес просто на миллионы долларов, сейчас... Вот на что мы готовы ради наследства и ради семьи, вы понимаете? Да, наследство того стоит. Вась Васич, что делаешь? Слушай, я пошу какой, потому что я хочу, чтобы в кафе «Бегемот» было все хорошо, чтобы сюда приходили гости, чтобы здесь было много постоянных клиентов. Это не эти буквы надо стирать? Нет, не эти, нет, это что? Они стираются, кстати. Все просто промыть, да? Конечно, конечно. Офигеть. Васич, после такого, после такой работы этот Ягуар скоро наш будет, да? Юрец, ты слишком многого хочешь. Давай хотя бы, чтобы у нас было Hyundai какой-нибудь. Солярис? Хотя бы Солярис. Хорошо. Хотя бы, я правильно говорю, Ягуар. А что будет здесь? Расскажи, что здесь будет. Расскажи. Здравствуйте. Мы здесь что-то сейчас будет очень вот, интересно. Мы приехали. Здравствуй, девушка. Вы замужем? Вы опаздываете сильно? Я так могу не выйти замуж, если я... Дайте мне задание в играх реальности, я приду и выйду, возьму вас в жены. Правда, вы слышали про игры реальности? Не слышали? Есть гаджет у вас? 5 секунд буквально. Заходи, ты можешь давать нам задания личные. Лично, я буду их выполнять. Могу приехать, стих читать, петь песни под окном тебе. Не надо, найдите. А кому? Подруге вдруг с днем рождения поздравить. Не надо, правда. Да, ты ищешь? Я прям, да. Хочешь, привет передам? Ладно, ладно. Игры реальности напиши. Так, пойду посмотрю, что делает Вась Васич. Ох уж эти девушки. На них отвлекаешься и много чего терять можешь. Так, Вась Васич делает все четко. Здравствуйте. Как вы думаете, если мы так будем активно работать, этот Ягуар может нам достаться когда-нибудь? Я думаю, что он даже достанется вам сегодня. Да? О-о-о-о-о! Ничего себе! Сегодня! Понял, Вась Васич, как вот нас это... люди верят. Значит, надо мечтать и не просто мечтать. Не надо мечтать, а просто работать. Надо и работать, и верить, и все. Все. Кать, хочешь, я тебе помогу помыть пол? Я точно? Конечно. Мне прям захотелось тоже сделать это. Каждый кусочек этого, чего это, этого бетона, паркета настоящего. Я не девушка.
у вас время? Нет, да? Не хотите в кафе «Бегемот» зайти? Нет, «Мастер и Маргариту» читали? Читала, но меня уже ждут в другом кафе. В другом кафе? Да. Всех, кто ждет вас в том кафе, срочно зовите их сюда. Срочно сюда, срочно! Тут сейчас и будет даже... уникальная вещь. Ягуар разыгрываем. Игры реалити. Игры реалити. Игры реалити. Это же маркетинг. Здравствуйте. Не хотите в кафе «Бегемот»? Очень хорошее кафе. «Мастер и Маргарита» читали? Там все по традициям. Все очень круто. Не-не-не, лучше «Мастера и Маргариту». Куда вы? Куда вы? Нет. Так, никто не хочет останавливаться. Вдруг кто-нибудь захочет просто кофе с собой. Да, будем сейчас пробовать это делать. Здравствуй. Здравствуй. Ты спешишь? Скажи, да, пожалуйста. Очень. Смотри, кафе «Бегемот». Нет, спасибо. «Мастер и Маргарита». Ты что, там знаешь, печеночный салат с печенью, знаешь, какой вкусный? Не уходите, пожалуйста. Это игры реальности. Это игры реальности. Это игры реальности. Куда вы, девушка? Девушка. Девушка. Срочно, 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 срочно. Открой срочно. Блин. Здорово, дружище. Заходи к «Бегемот», «Мастер и Маргарита». Выпей кофейку немного. Брат, я сам раздаю. Ты сам раздаешь? Дай пятерку. Хорош. Чувак тоже работает, как и я. Вот. Так, сейчас попробую в эту тачку обратиться. Привет, дружище. Смотри, тут кафе «Бегемот», «Мастер и Маргарита». Не желаешь зайти кофе попить? Он просто закрыл окно, даже слова мне не сказал. Просто все. Посадить дерево, построить дом, завести маленьких деток и оказаться в нем. Посадить дерево, построить дом, завести маленьких деток и оказаться в нем. Любое ее слово заставляет меня плыть на ту сторону, мне не все равно, так что я брею бороду. Любая делюга решается добрым добром. Побазарь с пацаном, если не лохнет, вся ваша пыль окажется под ковром. Этим жестоким, но потрясным миром правят бабу, бабки и вежливый тон. По жизни немало знаю, ее никто не понимает, все вынуждены жить по законам мироздания. Кто его знает? Никто. Поэтому я лучше возведу свой дом. Я никогда не буду в этом мире равнодушным. Обещаю быть послушным и богатым, и везучим на всякий случай. Останусь немного мстительным, быть сообразительным, найти капитала, носителя. Я люблю тебя, Сибирь, Москва-Сити, привет и Питер. Воспитали пацана, чтобы был убедительный. Посадить дерево, построить дом, завести маленьких деток и оказаться в нем. Посадить дерево, построить дом, завести маленьких деток и оказаться в нем. Где масло лилось по травмальным путям, где вскользь голова отделилась, пришлось оказаться сегодня всем нам, и это у нас получилось. Где будет идти бал темноты, где с Воландом будут общаться на «ты», где нет добрых, простых, злых или старших, мы зовем вас сюда, на Патриарш. Здесь встретит вас кот, кот-бегемот, и вкусный накормит зубатчай. И да, этот кот знает подход, он будет учтив и краток, и в атмосфере мистических сил и стильного интерьера я фантастических блюд тут вкусил, в комфорте сидя у портера. Кафе «Бегемот». Отличное заведение. Да, хорошее место. Спасибо большое. Короче, тут жесть, что произошло. Мы встретили людей, которые реально знают нас, вы представляете? Куда мы?
Привет. Я. Привет. Да. Как зовут тебя? Меня Настенька. Настя, привет. Вась, Васич. Я Юрец. Вась, Васич. Очень приятно. Катерина. Так рада вас увидеть. А вас как зовут? Меня зовут Елена. Очень приятно, Катерина. Катерина. Юрец, Вась, Васич. А вот тоже наша поклонница. Так неожиданно. Поклонница. Ирина Петрова. Поклонница тоже наша. Ваши поклонники, Катерина, это вам от вашего фан-клуба. Спасибо большое, вообще офигеть очень приятно. Просто, Афи, что происходит? Серьезно, что это реально. Ребят, чтобы вы знали, это не подстава, серьезно. Мы сами шли сейчас, реально, и здесь такое. Я реально, ребят, представляете, я припарковалась практически сразу. Выхожу такая и думаю, где бар, в котором мы должны с подругой встретиться. Вот. Смотрю, идет моя подруга. Смотрю, идут... Ребята с проекта, которые да. Как называется? Как называется? Скажите, игры реальности. Игры реальности. Это игры реальности.